Перми проходит акция «Книги для заключенных». Акция организована при участии отдела по тюремному служению Пермской епархии Русской Православной Церкви, Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю и объединения муниципальных библиотек. Цель этой благотворительной акции – собрать книги для библиотек исправительных учреждений края, которых насчитывается более 40. Библиотеки принимают современную классическую художественную прозу и поэзию, научно-популярную и образовательную литературу, просветительскую литературу по основам православия, книги для взрослых и для подростков старше 14 лет в хорошем состоянии.